Привет, дорогие подписчики моего канала, а также вот зрители. Сегодня я хочу вам показать вот такую вот коробочку. И в этой коробочке мне пришла моя долгожданная ТС-очка от Любы Казаковой. Любаш, привет! Сегодня 27 августа мы с ней встретились у меня в городе, она приехала по делам, чему я безумно-безумно рада. Следовательно, ТС-ками мы обменялись лично, то есть нам не пришлось отправлять их по почте. И давайте я вам покажу саму ТС-очку и подарочки, которые она мне прислала. Сразу же хочу сказать, что в коробочке была чокопай. У меня дочка ее скушала. И первое, что я вижу, это вот такой вот пакетик. Тут написано для прекрасной малышки Алиночки. Такой классненький пакетик перевязанный. Я даже не знаю, шпагатом. И там, скорее всего, конфетки. Да-да-да, там конфетки, обязательно дочи передам. Дальше я вижу пакетик. Да, не обращайте внимания, что сейчас идет август, а штампы Новый год, так как АТС-очка ко мне идет с Нового года, но я не расстроилась, что так долго. Я даже, знаете, на самом деле очень круто. Так, АТС-ку я покажу потом. Дальше вот такой вот пакетик. Давайте посмотрим, что там. Так что я была безумно рада либо с тобой встретиться лично. Прям вообще моя мечта сбылась. Вау. Кстати, эту бумажку можно применять как упаковку в дальнейшем. Посмотрите, сколько вязалочек. Вау, давайте посмотрим. Значит, были вот такие вот тканевые осенние кленовые листья. Да, я сейчас снимаю со вспышкой, потому что у нас на улице уже пасмурно. Да и все, лето кончилось. Жаркая пора, которой не было. Значит, вот такие вот цветочки разные. Я вообще прям безумно-безумно обожаю Любины вязалочки. Вообще вязалочки всех девочек, которые мне их присылают. Вот такая вот новиночка, платьишко. Классная, суперская вообще, цветочки. Тоже цветочки, я смотрю, какие-то новенькие уже, таких я еще у нее не видела. Так, пинетка где-то, вторая затерялась в мешочке, потому что на самом деле много вырубки. Вот такая вот веточка вязаная, это тоже, я так поняла, новиночка. Классно вообще, вот такой вот цветочек. Вязалочек на самом деле очень много. Сейчас мы... Оп, пакетик, так. Вот такой вот листочек. Вот такие вот два крохотных листочка. Платьишки я прям тащусь. Люба, огромное-огромное тебе спасибо. Давай листочки от зайчиков. Вообще тоже в восторге. Зайчиков у меня теперь разных очень-очень-очень-очень-очень много. Очень много разных цветков. Смотрю, какие-то более новенькие формочки цветов тут. Вот эти, кстати, пинеточки. Где-то еще. А, вот она, пинетка. Пинеточки. Цветочки разные. Вот такой вот, посмотрите, какой интересный. Вот такой вот тройной. Очень много. Очень. Ой, желтая пинеточка. Еще желтенькая. Ой, извините. Ну, очень-очень много, то есть вот еще класс. Большое-большое спасибо, Люба. Ты знаешь, что я обожаю их. Вау. Следующий вот такой вот сверточек. Сейчас я открою и покажу, что же в нем. И в нем всякие еще скрапости. Я вам не показала, конечно, что я собрала Любе в подарочек. Но я тоже ей, кстати, положила точь-точь такие же перышки. Как клево вышло. Давайте сейчас я покажу, что здесь мне Люба положила. Ссылочку, кстати, на видео обзор у своей ТС-ки я тоже оставлю в описании, как только Люба его выложит. Значит, первое, это вот такие вот перышки доставать, я их уж не буду.
Вау. И все было сделано с клеточками, но я все как обычно скрыла, порвала. Здесь у нас под штамповочки. Шляпная резинка черненькая, большое спасибо. От штамповочки и различные карточки. Здесь у нас блок для записей. И вот такие вот записи. Значит, в следующем были вот такие вот эпоксидные прозрачные наклеечки. Вот такие у меня впервые, поэтому, Любаш, большое-большое тебе спасибо за них. Вау! Еще один сверточек. Сейчас, как видите, упаковано очень хорошо. Чтобы мне сейчас не резать, я постараюсь аккуратненько все открыть. Вот. И сейчас... Ого! Ничего себе! Здесь мы видим два пакетика. Первый вот такой, давайте посмотрим, что там. Значит, ой, первое, что я вижу, это фетровая снежинка большая. Пакетик вот с такими вот фигурками из жидкого пластика. Надеюсь, я правильно сказала. Вижу две вот таких ленточки с большими полубусинами, зеленые и такие светло-голубые. Вот такая вот надпись от ручного принтера, насколько я знаю, правильно он вроде бы так называется. О, сколько тут всего. Вот такое вот кружево. Ленточка такая, знаете, напоминает чем-то бантик. И вот такой вот пакетик со всякой мелочью. Здесь у нас и полубусины, и металлические какие-то украшения, скрепочки, цветочки, прищепочка. Такие вот цветочки акриловые. Такая вот скрепка в виде с яблочком. И всякие маленькие бусинки. Огромное-огромное тебе спасибо! И также просто огромный-огромный пакет с вот такой вот вырубкой. Надеюсь, на камеру видно. Тут у нас и листочки маленькие. Опа, он открывается. И цветочки как беленькие, так и красненькие, розовенькие. Это Люба мне сделала драконности для создания цветочков. Ну, также их можно плоскими применять в своих работах. На самом деле тут очень много. Вот смотрите. Целый пакет. Люба, я в шоке. Огромное-огромное спасибо. Но это еще не все. Значит, я вижу... В приятном смысле слова. Вот такую вот бумажку. И не поверите, что же в ней там еще лежит. А там много чего. Вау-вау-вау. Огромное-огромное спасибо. Это различные карточки. Такая вот марка. Вот арт-узор, насколько я помню, это чипборд. Так, такие вот птички. Вот различные карточки. Огромное-огромное тебе спасибо. Тут разная тема. Очень много всего, честно скажу. Вот такие вот. Так, не знаю, как это правильно назвать. Дракольности. Их, кстати, можно как трафаретик применять. Вот такая вот фоновая дракольность. Не знаю даже, как она правильно называется. Потом вот такие вот распечаточки с сердечками с Днем Святого Валентина. Это тоже можно, кстати, применить. И несколько листочков 15 на 15. Первый это вот такой вот. Очень красивый. Два вот таких вот розовых. В клеточку. И мне очень понравились. Это вот такие вот... бордовые листы, тут у нас бамбук и летят такие стрекозки. Но что самое прикольное, что я увидела в конце, Люба мне прислала в подарочек вот такой вот браслетик с ушкой. Очень классненький. Насколько, если мне память не изменяла, она делала обзорчик по нему. Но я могу ошибаться. Вот, очень классненький. Я обязательно, Люба, его буду носить. Вот эти вот штучки, скорее всего, из замши. Застежечка у нас вот такая вот, карабинчик такой. Поэтому, да, конечно, чуть не забыла про саму АТС. Вот, еще раз покажу вот такой вот пакетик. И давайте посмотрим. Я уже, если честно, забыла, как у меня выглядит АТС.
Так, там, видимо, отпала немножко бисера, но это не критично. И вот она сама, зимняя классная ТС-ка. Надеюсь, я ее правильно додержу. Посмотрите, какая она классненькая. Здесь у нас и... Сейчас поближе покажу. Бисер закрашен акриловой краской. Здесь у нас пайеточки тоже покрыты белой акриловой краской. Сизаль. Так, что-то у меня... А, бусинка отпала, но это не страшно. А, это даже, знаете, мне как-то Люба присылала не подсвечник, а такую, не знаю, как бы назвать, подарок на Новый год. Там тоже были вот такие вот бусинки, которые продаются в фикс-прайсе. Вот такая вот сизаль, веточки, тут у нас кружево, отвязанный цветочек, все покрыто акриловой краской. Серия называется «Снежная зима», карточка 4 из 4, дата создания 2 декабря 2016 года. Любаша, ТС-очка очень классная. Кстати, здесь основа пивной картон и поверх гофра. Возможно, ошибаюсь, но такая вот неровненькая бумажка. Очень супер смотрится. Здесь, кстати, у нас еще что-то наподобие искусственного снега. Ну, очень классно, очень шикарная ТС-очка. Любаша, большое-большое тебе спасибо, что такая суперская ТС-ка пополнит мою растущую, но медленно, но растущую серию, коллекцию ТС-очек. Вот, посмотрите, сколько красоты мне положила Любаша. Люба, большое-большое тебе спасибо. Наконец, я повторюсь, я безумно-безумно рада, что мы с тобой встретились лично и пообщались. Вот, это такая, знаете, даже первая встреча моя с моим подписчиком, с блогером. Извиняюсь за посторонние звуки, ремонт, заколебали. Поэтому еще раз большое-большое спасибо. Все ссылочки оставлю в инфобоксе под видео. Проходите, смотрите. И если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Пальчики вверх, не вылазит мой пальчик. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем творческого вдохновения. Пока-пока. Ваша Аня.